Накануне Нового года в Краснодарском музыкальном театре прошел благодарительный вечер. В дружеской обстановке гостей приветствовал заместитель министра культуры края Александр Никитин, руководитель творческого объединения «Премьера» имени Леонарда Гатова Татьяна Гатова, поблагодарила добрых и верных друзей и партнеров «Премьеры» за помощь в воплощении новых проектов, поддержку самых смелых идей и за то, что они всегда были рядом в сложную минуту. Руководителям банков и промышленных предприятий, медицинских учреждений и СМИ были вручены памятные дипломы и подарки, в том числе музыкальные. Гостей приветствовали ученик Армавирской специализированной школы слепых и слабовидящих детей Олег Ватутин, симфонический оркестр и солисты музыкального театра, биг-бенд Георгия Гороняна и воспитанники детской студии. Завершилась встреча любимой новогодней традицией – зажиганием огней на праздничной елке вместе с ансамблем «Казачьи песни Креницы».